11 июля. Большой концерт закрытия 89-го сезона. Концерт симфонической музыки представят Донецкий академический симфонический оркестр имени Сергея Прокофьева под управлением главного дирижера, заслуженного артиста России Анатолия Силкова и солист Константин Алексеев, фортепиано «Москва». Прозвучат симфония «Рим» до-мажор Жоржа Бизе и концерт номер один для фортепиано с оркестром «Си-бемоль минор» Петра Ильича Чайковского. Подробности в кассе и на сайте филармонии.